Цены на бензин и дистопливо не должны вырасти. С 1 января следующего года, когда акцизы на них повысят, кошелек потребителей будут спасать с помощью специального инструмента, рассказал в Барнауле министр энергетики Александр Новак. Несмотря на рост акцизов относительно базы, которая в этом году существует, у нас предусмотрен в рамках законодательства, которое было принято летом этого года, о так называемом налоговом маневре, демпфирующий механизм, который позволит снижать стоимость входящего сырья на нефтеперерабатывающие заводы, так называемый обратный акциз. И это и есть тот инструмент, который позволит контролировать и сдерживать необоснованный рост цен. С началом 2019 года акцизы на бензин вырастут на 3700 рублей, на дистопливо на 2700. Итоговые суммы станут теми показателями, которые были запланированы налоговой политикой страны на июль этого года. Но тогда из-за резких скачков цен на нефтепродукты правительство пошло навстречу потребителям и снизило акцизы. По словам чиновников, теперь ситуация изменилась, и их повышение никак не отразится на конечной стоимости продуктов. Напомним, с начала года цены в России повышались несколько раз. В июне скачок стоимости литра бензина и дизельного топлива на Алтае составил в среднем 50 копеек. И автомобилисты опасаются дальнейшего роста.